Всем привет! На канале Школы вязания Наша Пряжа. В сегодняшнем видео будем вязать вот такие слитки сапожки спицами с великолепной объемной вот такой косой. Коса имеет декоративный характер. Требуется два моточка пряжи. Это у меня Alize Lana Gold. По ее спице 5,0 мм. Я буду вязать челочными спицами. Данные слитки выполнены на 38 размер. Размер определяется, во-первых, окружностью манжета. У меня это 33 сантиметра. Длиной стопы. Вот здесь будем вязать. Чем длиннее, тем больше размер. Тоже в процессе вязания я покажу, какой длины для какого размера должна быть. Окружность должна у меня быть 33 сантиметра, другие пишу на экране. Итак, для начала вы сразу делаете расчеты. Если у вас длина, как у меня, 33 сантиметра, если нет, пишите свою. И делаем здесь вот три перекрещения нашей косички. Я сразу нарисовала центральные и два боковых. 33 делим на 3 по 11 сантиметров. Здесь между косичками по 5,5 сантиметров. Ну, по краях, то есть вяжем 5,5 между косью, у вас будет чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. Красной нитью на 2 спицы я классическим способом набираю 23 петли. Это для всех размеров. Манжет одинаково. Мы набираем на 23 петлях. Первый ряд буду вязать с лицевой стороны. Я снимаю первую петельку. Так, далее 3 лицевые петли. Теперь у меня перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Я завожу спереди правую спицу во вторую петельку, снимаю 2 петли местами, сначала одеваю вторую, затем одеваю первую. Поменяла их местами, так что первая петля за вязанием, вторая перед вязанием. Обе петли провязываю просто лицевыми петлями. Перекрещение 1 на 1 влево. Теперь за вязанием я держу спицу, ввожу также во вторую петельку, снимаю 2 петли. Сначала одеваю первую, затем одеваю вторую. Поменяла их местами, так что первая петля теперь у меня перед вязанием. Обе петельки провязываю лицевыми петлями. Одна изнаночная. И снова перекрещение 1 на 1 вправо. Беру, ввожу перед вязанием спицу во вторую петлю. Сняла 2 петельки, вернула первую, возвращая вторую. Обе петли провязываю лицевыми. И перекрещение 1 на 1 влево. За вязание ввожу спицу во вторую петельку, снимаю 2 петли, возвращаю первую, возвращаю вторую. Обе петельки провязываю лицевыми. Это у меня платочная вязка. 10 изнаночных петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 лицевая, 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 3 петли платочного узора, это 3 лицевые, и кромочную вяжем изнаночной петлей. Готовый второй ряд. И далее, начиная с 3 по 14 ряды, мы просто будем повторять вот эти два ряда. То есть третий ряд, это с лицевой стороны, давайте еще раз все вместе провяжем. Это снять кромочную петлю, вяжу 3 лицевые, затем перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо.
Спицу завожу во вторую, меняю 2 петли местами, так что первая петля завязания. Обе петельки провязываю лицевыми. Затем перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Меняю 2 петельки снова местами, так что петли меняю местами, так что первое завязание. Провязываю их лицевыми. Перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Меняю 2 петли местами, так что первая перед вязанием. Обе петли провязываю лицевыми. Так, теперь 9 лицевых. Из них 6 петель лицевые. Это наше продолжение косички. И еще 3 лицевые. Это платочная вязка. Кромочную петлю вяжем изнаночной. Это третий ряд провязали как первый. Повернуть вязание. С изнаночной стороны четвертый ряд как второй. Снять петельку. Вяжу 3 лицевые. 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 лицевая, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 3 лицевые и 1 изнаночная. Это 4 ряд. Далее 5 и так далее до 14 ряда мы повторяем 1, 2 ряды. Данные 14 рядов, это у меня 5,5 сантиметра высоты. То есть вяжем по высоте, а не по количеству рядов в первую очередь. В 15 ряду я буду делать перекрещение. Итак, снимаю первую кромочную петлю, вяжу 3 лицевые. Далее беру специальную дополнительную спицу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, теперь у нас перед вязанием одеваю назад и провязываю 2 петли лицевыми. Далее 1 изнаночная петля. Снова перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Меняю 2 петли местами, так что первая у меня за вязанием. Обе петельки провязываю лицевыми. Так, у нас осталось 4 петельки, 3 лицевые, это платочная вязка с другой стороны, и кромочную вяжем изнаночной петлей. Это наш 15 ряд. Повернуть вязание, 16 ряд, снимаю первую петлю. Так, далее у нас 3 лицевые, 1, 2, 3. Это наши петли платочной вязки. 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 1 лицевая, 10 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 лицевые, это платочная вязка с другой стороны, и кромочную вяжем изнаночной петлей. Есть 16 ряд. Так, 17 и 18 ряды, получается, вот эти петельки между собой поменялись местами.
лицевых. Перекрещение 1 на 1 вправо. 2 петли меняю местами, так что первое у меня завязание. И обе петельки провязываю лицевыми. Перекрещение 1 на 1 влево. Снова меняю 2 местами, так что первое уже перед вязанием. Вернуть и провязать лицевыми. Далее 1 изнаночная. Снова перекрещение 1 на 1 вправо. Меняю 2 петли местами, первое завязание. Их 2 провязываю лицевыми. Перекрещение 1 на 1 влево. 2 петли меняю местами, так что первое перед вязанием. Вернуть и обе петельки провязываем лицевыми. Так, далее у нас 3 лицевые. Это платочная вязка с другой стороны. И кромочные вяжем изнаночной петлей. Готовый 17 ряд. Работу повернуть. 18 ряд по рисунку. Снимаю петельку. Далее у меня 3 лицевые. 4 изнаночные, 1 лицевая, 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее 3 лицевые и кромочные вяжем изнаночные. Так, это был 18 ряд. Далее мы по вот этому рисунку, который установили, должны провязать 11 сантиметров. Так, довязала я до 42 ряда. У меня между косичками должно быть 11 сантиметров. Между косичками. Так, 43 ряд. Я снова делаю перекрещение. Снимаем петельку. Вяжем лицевыми 3 петли. Далее берем дополнительную спицу и снимаем следующие 6 петель на дополнительную спицу и оставляем эти петли за вязанием. С левой спицы вяжем по рисунку, то есть это перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Поменяли 2 петли местами, провязали их лицевыми. Далее перекрещение. На один вправо меняю местами, так что первое завязание, обе петельки провязываю лицевыми. Перекрещение влево меняю местами, так что первое перед вязанием, обе петли провязываю лицевыми. Мы провязали 9 петель с левой спицы. Теперь вернуться к петлям на дополнительной спице. И петли с дополнительной спицы провязываем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Довязываю 3 лицевые, это платочная вязка, кромочную вяжем изнаночной. Это 43 ряд. Повернуть работу, 44 ряд. Петли вяжем по рисунку, снимаю петельку. Вяжу 3 лицевые. Так, далее у меня из 7, 8, 9, 10 изнаночных петель. 1 лицевая, 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Далее 3 лицевые, это платочная вязка с другой стороны, кромочную вяжем изнаночной петлей. Готовый 44 ряд. 45 ряд вяжем с лицевой стороны, снимаем кромочную. Далее 3 лицевые петли. Так, здесь 9 петель по рисунку. Перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Меняю 2 петельки местами, так что первое у нас завязание. Провязываю 2 петли лицевыми. Далее перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Меняю 2 петельки местами, так что первая у нас теперь перед вязанием. Так, возвращаю их обратно на левую спицу и обе петельки провязываю лицевыми. Далее 1 изнаночная. Снова перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Первая у нас завязание. Поменяла местами.
косички. И 3 петельки платочной вязки, тоже лицевыми. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Это у нас 45 ряд. Поворачиваем вязание. 46 ряд с изнаночной стороны. Снять первую петлю. Вяжу 3 лицевые. 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 лицевая, 4 изнаночные, 3 лицевые, кромку изнаночной. Это 46 ряд. Далее, начиная с 47 по 70 ряды, мы повторяем 45 и 46 ряды. Так, сейчас 70 рядов провязано, 71 ряд это наше очередное перекрещение. По сути, мы делаем вот то же самое перекрещение, что здесь, и потом вывязываем вот с лицевой стороны, снять петлю, 1 лицевая, первую перекидываем через вторую. Следующий провязать лицевой, первую перекидывая через вторую. 1 лицевая, петлю первую перекидывая через вторую. То есть петли закрываю как лицевые. Предпоследняя лицевая, перекидываю первую через вторую. Последнюю петлю тоже лицевой. Перекидываю первую через вторую. Затем обрезаем ниточку. И конец нити выводим через последнюю петлю. Вот так закрыли. Так, если у вас при наборном крае маленький конец нити остался, то здесь оставьте побольше, чтобы хватило для вот этого шва. Так, это у нас вот такой пышный манжет. Вот он как на нашем слитке. Так, далее. Вдоль манжета мы будем подбирать петли. Вот здесь наборный край, здесь закрытый. Для вот этого манжета я подобрала вдоль вот этой стороны, вдоль левой стороны. Если перевернуть, то вдоль вот этой стороны. А для следующего следка буду, значит, вдоль второй стороны. Так, чтобы они между собой были так слегка симметричны. Смотрите, если у нас провязано 84 петли, то здесь у нас будет 42 рубчика. Вот раз, два, три. Третью петельку, каждый рубчик я вот так просто поднимаю. 2, 4, 6, 7, 38, 39, 40, 41, 42. Вот 42 рубчика. Так, теперь нам нужно выделить центральные 10. Над центральными 10 рубчиками мы будем вязать вверх стопы. Смотрите, если у вас вот это полотно было больше или меньше, значит здесь больше или меньше рядов. Просто вот у меня 84 ряда, это 42 рубчика. То есть делите на 2, и сколько рубчика у вас должно быть, вы сразу знаете. Итак, для всех размеров центральные 10 петель это будет вверх стопы. Значит, 16 рубчиков я переношу на первую спицу. Это 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Так, а здесь соединяю нить и начинаю вязать центральные 10 петель. Петельки я буду прибавлять третью петлю. И начинаю из прибавления петли. То есть я делаю вот такую сквозную петлю. И одеваю ее на спицу. Это уже прибавленная петля. Далее вяжу 2 лицевые. Накид. Прибавляю следующую петлю. 3, 4 лицевые. Накид. 5, 6 лицевая. Накид. То есть через каждые 2 лицевые. 7, 8 лицевая. Накид. 9, 10 петля, накид. То есть 10 петель я провязала и 6 накидов сделала. Первый в начале, последний в конце. Из 10 у нас получилось уже 16 петель. Эти 16 петель это вверх стопы. Оставляю их на вот этой спице, беру следующую спицу. Накид здесь был. Я дальше вяжу 2 лицевые. Накид это 3, 4, 5, накид это 6, 7, 8, накид это 9, 10, 11, накид 12,
13, 14, накид 15, 16, 17, накид это 18, 19, 20, накид это 21, 22, 23. Два, накид это 3, 4, 5, накид это 6, 7, 8, накид это 9, 10, 11, накид 12, 13, 14, накид 15, 16, 17, накид 18, 19, 20, накид это 21, 22, 23, накида не делаем, накид вот он есть. Так, и вот мы соединили, получается, в круг, где начало ряда у нас уже не здесь, а на центральных петлях. Это будет нам полезно, когда будет туда и обратно только центральные петли вязать. Итак, теперь мы по кругу должны провязать 6 рядов платочного узора. Вот это уже первый ряд, он есть. То есть второй ряд у нас будет изнаночными петлями. Вот так нить перед вязанием, каждую петельку провязываю изнаночной петлей. Так, это все петли первой спицы, включая накиды, тоже изнаночными петлями. Предпоследняя, последняя. 16 петель на первой спице. Далее перехожу так на вторую и третью спицу. Тоже все петли провязывая изнаночными петлями. Довязала я второй ряд изнаночными, далее третий ряд лицевыми. Вот я сейчас вяжу третий ряд лицевыми, четвертый изнаночными, пятый лицевыми, шестой изнаночными. Таким образом мы получим 6 рядов платочной вязки вот так по кругу на всех петлях. Вот провязано 6 рядов платочной вязки. Эти 6 рядов будут хорошо держать нож. Так, это мне будет кромочная, 14 лицевых и в конце кромочная, вяжем изнаночной петлей. Есть. Поворачиваем вязание, снова кромочную снимаем, все петли вяжем лицевыми. Таким образом мы получим платочную вязку рядами туда и обратно только над центральными вот этими петлями. Я буду вязать 28 рядов, то есть ряд за рядом вяжем платочной вязкой, я вяжу 28 рядов. Вот 28 рядов у меня провязано, и меряем так: 3 вот этих рубчика первых пропускаем, то чтобы вязали 6 рядов по кругу, а далее у меня должно быть 8 сантиметров. Ваши размеры пишу на экране. Так, теперь несколько петелек убавляем для пальчиков. Это было 28 рядов, 29 ряд. Я снимаю петельку, 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Затем вяжу лицевыми до последнего. Так, вот 3 петельки. Здесь 2 вместе лицевой с уклоном влево, снять петлю, 1 лицевая, перекинуть снятую петлю на провязанную и кромочную вяжем изнаночной. Это 29 ряд, повернуть работу 30 ряд, снять кромочную, все петли провязываем лицевыми. Так, я вяжу лицевыми до конца ряда, это у меня 30 ряд, кромочную вяжу изнаночной. Повернуть работу 31 ряд, снова я снимаю петлю, убавление с уклоном вправо, 2 вместе лицевой, вяжу лицевыми до последних 3 петель,
Так, вот три петельки. Здесь убавление с уклоном влево. И кромочную вяжем изнаночной. Повернуть вязание. И 32 ряд я снимаю петлю. Красную нить я обрезаю. Начинаю вязать нитью серого цвета. И вязать начинаю отсюда, от пяточки. По кругу буду вязать платочной вязкой от пяточки. Одновременно я буду распределять уже на 4 спицы, так как на 3 будет тяжело вязать. Значит, я вяжу первые 13 петель. Вот 1, 2, 3, 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, смотрите, от центра провязала 13 петель. Здесь ставлю маркер и 13 петель с другой спицы переношу на эту же спицу. То есть у меня начало ряда будет по центру спицы. Таким образом, на эти спицы у меня будет 26 петель. Так, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Есть. Так, на второй спице осталось 2, 4, 6, 8, 10, но мы еще подберем, здесь у нас получается 16 кромочных, по одной петли с каждой кромочной, и тоже получим 26 петель. Так, эти 10 я провязываю лицевыми. Это 7, 8, 9, 10. Так, здесь я буду подбирать по одной кромочной на каждую петельку. Вот так. 1, 2, 3, 4. Если кромочная у меня имеет 2 арки, я подбираю петельку только за крайнюю арку. Это 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. 16 петель. Так, далее петли верха стопы. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Так, вот 16. Довязываю, ну, здесь еще 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть мне на этой спице тоже 26 петелек. Так, и довязать нужно ряд. Здесь мы только половинку провязаем. То есть до маркера я продолжаю вязать лицевыми петлями. Вот так каждую петлю лицевой. Есть. Переснимаю маркер. Итак, это мы получили ряд лицевыми петлями или первый ряд платочного узора. Всего у нас теперь на спицах 90 петель. Второй ряд платочного узора вяжем изнаночными петлями. То есть каждую петлю я вот так вяжу изнаночной. Конец нити стягиваем. Вот каждую петельку провязываю изнаночной до конца ряда.
первой спицы. И так повернуть. Вторая, третья, четвертая спица. Все то же самое довязываем. Всего платочной вязкой нам нужно вязать 10 рядов. Вот 10 рядов я провязала. Получить такие 5 рубчиков. Помним, что это пяточка. И мы второй маркер ставим по центру пальчиков. Так, 2, 4, 2, 4, 6. Вот так. По центру пальчиков один, по центру пяточки второй. Далее мы продолжаем по кругу вязать платочной вязкой. Одновременно убавлять с каждой стороны от каждого маркера по одной петли в каждом лицевом ряду. То есть вот у нас лицевой ряд. Я снимаю маркер. Так, теперь две петельки убавляем вместе с наклоном от маркера. То есть я снимаю первую петлю, вторую провязываю лицевой, перекидываю снятую петлю на провязанную. Это убавление с уклоном влево. Вяжу все петли лицевыми до последних двух петель перед маркером на пальчиках. Вот это петли первой спицы. Довязала петли второй спицы лицевыми. Так, петли третьей спицы. Из 6 я вяжу 4 лицевые. Вяжу лицевыми до последних двух петель. Так, вот две петли. И с другой стороны вот этого маркера две вместе лицевой. Чередуя за рядом изнаночных петель. Так, провязано 10 рядов с убавлениями. Конец нити оставляем примерно в длиной шва умножить на 3. Отрезаю. Закрывать петли буду вместе с помощью иглы. Так, ниточка у меня находится на второй спице, значит я петельку со второй спицы, снимается спица. Затем подхватываю спереди назад петельку второй спицы и оставляю ее на спице. Стягиваю. Теперь с первой спицы все то же самое. Первую петлю подхватываю спереди назад, снимаю. Вторую подхватываю сзади наперед и оставляю на спице. На второй спице петельку подхватываю сзади. Буду закрывать петли. Раз, два, стянуть. Получается, на первой спице с лицевой в изнаночную сторону и с изнаночной в лицевую. Если мы смотрим на вторую сторону,
Итак, сшиваем манжет до конца. Готовая наша работа. Большой манжет. Всем спасибо. Это был канал Школы вязания «Наша пряжа». До новых встреч!